Шоппинг-центр. Маркет Сити. Все известные фирмы и бренды. Марк Спенсер. H&M. H&M. Сколько я его продавала? How many I sell H&M when I worked on second hand. И Jack and Jones тоже. Почему-то очень много было в Финляндии H&M-а. Ну вот, чудесный, приличный магазинчик в большом городе. Вон я в саре отражаюсь в потолке. Видно? You look nice in sari. Thank you, thank you. Говорят, что у меня красивая сари. Thank you. From Russia. Russia. Вот так вот. Девочка-индианка в коротком платьишке. А мама... в длинном саре. Так. Ну, чтобы тут посмотреть хорошего. Разорить папу. В золотой отдел его отвезти. I will make Papa bankrupt. I will bring you in jewelry shop and tell you, Papa, I want this. I will give you my jewelry. Он мне мои свои из своей коллекции, from your collection. Papa, buy you, make for you emerald. Apple. Яблочко и детеныш яблочный. А там внутри inside somebody. Что-то какая-то композиция на тему. Что-то без головы, недоделанная женщина какая-то. Или мужчина. Луи Филипп. Индианки. No problem. They accept your credit card, ATM card. Ну, здесь в этих не проблемно покупать, они принимают карту. Индианки очень многие одеты по-современному. Я тут одна в саре, по-моему, прохлаждаюсь. Малыша несут. You know what? This is the door. If you still drop, they make I know. I worked many years. Never. Окей. Ну тоже нововведение. Они стали намагниченные штучки к одежде прицеплять, которые сквозь вот эти двери начинают пищать, вот эти черненькие, если украсть. Окей. Зара. Какие индианочки в шортиках. Совсем коротеньких. Как изменилась Индия. Мальчишки. Wait, he there. He also bathroom. Yes. Yes. Садик какой-то. Garden? Outside. Ага. Белье хорошее. Наконец-то я увидела. Okay.
очень современная молодежь, очень современная. Он Макдональд. Take away, взять с собой на вынос. Или можно там сидеть. Внизу все еда, он думает. Ага, а там парикмахерская, а там сумочки. Ну тут уже не 20 рупий побриться явно. Ну вот есть, значит, приличные парикмахерские, спрашивали меня. Я не видела. А теперь вижу. А то на улице там в таком скворечнике. Ну что тут у них американского, настоящего? Чили гарлик. 350. And then must be gas, everything. Маргарита. 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 Дубай. 8000 or more, and then you get this free. А, если ты купишь на 8000, ты получишь чемоданчик бесплатно. Сваровский, папа. You will be all bankrupt. You remember what I said? All will be bankrupt. They have a customer? No, before they had, when there was black money. After black money, only India had 5% rich people. Да, сейчас многие лишились вот этих черных денег, как они называют, black money. Сейчас, наверное, у многих бизнес пошел вниз, покупателей немного. Ну что, опять наворуют? Ну хоть не чувствую себя одинокой, вон девочка в саре. А то уж совсем тут все современные. Максимум в пиджабе. Ну вот только вот такое взрослое поколение в саре. И даже мужчины в дхоти. Прекрасно. Правда, это все искусственное. This is art. Art. Palms art. No real. Да, Дарлин, давай спорить. Пари, пари. Давай. На $100. No, like fighting, пари. Like this. Okay. Like this. I tell it's not real. You tell real. Mama win. You, mama win, papa lose. Papa lose, yes. I'm happy mama win. Otherwise mama cry. Ну, конечно, мама cry. Когда это я плакала, это когда я проигрывала. Ой. Ну, хотя благородно, да, дал мне выиграть. Назад, говорит, поедем на рикше, потому что жарко очень. А вот это вот, я думаю, натуральное. This is real. This is real, darling. This is real. This is real. Real. Мама вин. Опять мама вин. Мама опять вин. Я даже гусеницу нашла. Мама вин. Yes. Мама always right. Man with turban. Папа вин. Ну хорошо, пускай ты тоже выиграешь. Победишь. А то все я, да я. Скучно все время победителем быть. Садись, малыш. Ой, very good, very hot. Very hot, да. Очень хороший рикша. Есть маленький кусочек пространства, раз и втиснулся.
развернулся, где хочет. Современный кусочек Индии. Домики мне эти понравились. Был бы такой домик в Будапарте, были бы у меня деньги на покупку такой квартиры двухуровневой, я бы купила в таком комплексе. Так, мы каким-то путем странным поехали. Плывем не по течению. Все машины в эту сторону, а мы прямо на таран пошли. И главное, не мы одни. Целый такой ручеек на таран. Чудеса. Вот там вот должен встать индийский ГИБДДшник. За вечер, наверное, заработал бы на квартиру всех домиков красивых. Сколько стоит по встречке по другой стороне ехать? Товарищи, кто разбирается в штрафах, поясните мне, какой убыток может понести наш рикша и прибыток их дорожный полицейский. Вообще не боятся ничего. Отчаянные люди.